Всем привет, с вами Inform TV. Сегодня ушел из жизни актер Дмитрий Гусев. На данный момент в обстоятельствах и причинах этой трагедии разбираются следователи. И все не просто так. Артиста обнаружили случайные прохожие. Его автомобиль стоял прямо на дороге. Судя по всему, у Гусева случился сердечный приступ, но у него не хватило сил позвать на помощь. Когда люди подошли к машине и вызвали скорую помощь, Дмитрий был уже без признаков жизни. Актеру было всего 45 лет. Напомним, Гусев известен как прекрасный актер второго плана. Многие поклонники называют его королем эпизодов. Всего в его копилке больше 140 ролей в кинофильмах. Только за прошлый год с его участием вышло 5 проектов. Вы могли видеть Дмитрия в таких картинах, как «Склифосовский», «Глухарь», «Метод» и многих других. С 2001 года он был актером Московского театра на Юго-Западе. Агент артиста сообщила, что Дмитрий ехал со съемок в тот момент, когда ему стало плохо. Одни источники говорят, что он успел припарковаться, другие, что он врезался в препятствие. В любом случае, кроме актера, больше никто не пострадал. Мы приносим соболезнования родным и близким артиста.